Да. Блин, я реально руку так ложу, у меня мышь ломается. Неудобно, блин, сидеть. Чё, блин? Охренеть, вот это проблема игры, да, то, что прыжки контролируются. Намного лучше, когда, блин, прыгнул, тебя уносит в сторону, блин, просто ты ничего не можешь с этим сделать. Это шикарные игры, типа там в Boston Goblins, как еще у некоторых. Это топовое управление, а когда можно контролировать, это вообще ужас какой-то, невозможно играть. Да, Vice Climber тоже. Не, уже реально говорят, человеку не до чего докопаться, блин. Долбанные контролируемые прыжки. Наверное, да, и наверное ему такие нравятся, чё. Маугли, ну в Маугли там реально интересная механика прыжков. Ну да, она очень специфическая. Я в целом могу понять тех, кому не нравится механика в Маугли. Пойдет уровень. И теперь Ниагара, блин. Что-то у меня не получается босса нормально тут убить. То сам руинит, то сундук не появляется. Thank you.
24. Ну, с его пейсом это как бы... Типа, окей. Расписано. Интересно, какая вероятность, что он ее быстро дропнет из-за того, что он рандом взбесит. Что еще Кингюга играл, кроме софта, реально? Какие у него достижения прям такие нормальные есть? Хороший уровень. X-Play Hunter топ 4. Окей. Я, правда, не знаю, что там с лидербордом. 6. Ну, такое. Мне кажется... Да, это я знаю. Кто на первом месте? Да, и что я делаю, блин? Лишний дамаг, потом на босса не хватит. Да, он же переоцененный спидранер. Как ты про него говорил вчера. Так, а тут ХП нету. Да, тут, блин, очки дурацкие. И что мне с одной хп делать на бойсе, блин? Меня же убьют, быстро вынесут, блин. Пейс-то хороший.
летучие мыши. Это на, как, на втором уровне, которые рандомные, вот эти две мыши, или... Или босс. А, не, босс там этот, там не летучая мышь. Второй босс, но это летучий котяра. Но он не сложный так-то. Самый легкий босс. Ну, один. Ну, наверное, практически самый легкий. Последний удар может быть сложный, если там пытаться его быстро делать. Ну и то там... Нельзя в углу? Да, нельзя, но это же не проблема, если ты об этом знаешь. Просто не становишься там и все. Блин, начало-то хорошее. Гоп, еще один. О. Okay. Блин, это хороший босс вообще-то. Такой прям топчик. Надо с его попробовать сыграть. Да. Ай, тут шипы сверху, блин, что это забыло вообще? Сшли места, которые я не тренил. Так, надо своего здесь сыграть будет. Реально не хочу сдыхать. Ай, блин, вниз не отошел. Да. С его выиграю, блин, аккуратно. Я буду измерять, сколько они сейвят по фреймам. Я буду измерять, я же говорю. Я не знал, естественно. Но я буду сам все измерять. Привет, Коми.
Так, у меня жизнь. Так, надо сейчас Ивова будет играть на следующем экране. Не как я на изи делаю. Я как я на изи. Не, вот, вот здесь я не знаю, как по-другому пройти. Поэтому только так. Вот здесь аккуратно. Блин, дамаг какой-то непонятный вообще. Так, тут сейвова. Блин, ну тут же не по-другому не получится. Ну или ждать надо было. Три. Четыре. Окей. Хватило жизней. Рискованно, я тут всегда так играю. Ласт, вообще не помню, чтобы я на харде приходил когда-то. Не знаю, как тут. А, у меня тут страта, у меня тут есть одна жизнь еще. Я думаю, здесь сдохнуть в одном месте, чтобы жизнь восстановить. Потому что вот уже какой-то лишний дамаг идет в начале. Надо будет сдохнуть, где падающие плоты. На чекпоинте, да, я знаю, где здесь чекпоинт. Я специально посмотрел этот момент. Вот тут тоже без дамага же не пройти, блин. Но... Ой, блин, супер сейвово пытаюсь играть. Так, правильно же, да? Окей. Thank you.
Так. Боссом жизнь я и не бегу. Ай, блин! Так и думал, что тут не так все пойдет. Ну да, тем более надо босса рискованно проходить. Ха! Теперь рано. Только что, блин, тренил, с первого раза получилось. Жизнь тут в любом случае берется, ну блин. Тупо в конце, блин, сливаю. Так, подойди поближе. Блин, слишком близко подошел. Йоу! Сап 23! Спасибо за GG. Фух! Надо же! Спасибо, Невгал, Коми, Лошара, Джеймс, Дэми, Литл, Фавиталигур. Хостел.